نیمای دویومی روزی پنجمی دکبر رئیس مجلس ملی مجلس اولی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در شهر مسکوای فدراسیای روسیه در جلسه شورا و جلسه پلناری 15می اسامبلیای پارلمانی سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی اشتراک و سخنرانی نمودند. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые главы делегации, уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность председателю парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности, уважаемому Вячеславу Викторовичу Володину, за высокий уровень организации сегодняшнего заседания и традиционное гостеприимство. Также хотел бы выразить слова признательности в адрес Республики Армении за продуктивное председательство в ОДКБ. Период председательства Армении в ОДКБ совпало с двумя историческими датами – 30-летием подписания договора о коллективной безопасности и 20-летием учреждения на его основе Организации договора о коллективной безопасности. За этот исторический период сотрудничество государств-членов нашей организации вышло на качественный новый уровень союзнических отношений. Накоплен значительный практический опыт в вопросах коллективной безопасности, особенно противодействия современным вызовам и угрозам. В этой связи хотел бы поблагодарить всех членов Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ за очень конструктивную и слаженную совместную работу за прошедший период. В прошлом году в Таджикистане успешно прошло выездное заседание Совета парламентской ассамблеи ОДКБ. Мы придаем большое значение нынешнему заседанию Совета парламентской ассамблеи ОДКБ, который играет значимую роль в реализации уставных целей организации. Уверен, что результаты сегодняшнего заседания всячески будут содействовать эффективному выполнению стоящих перед нами задач по обеспечению гарантированной безопасности и стабильности в регионе ответственности ОДКБ. Уважаемые коллеги, сегодня мир стоит перед серьезными вызовами и угрозами, сохраняется влияние кризисных факторов. Конфликты в различных регионах мира перед многими странами ставят серьезные проблемы дальнейшего развития. В этом контексте особое беспокойство вызывает обстановка, которая складывается в соседнем с нами Афганистане. На сегодняшний день она представляет реальную и наиболее вероятную угрозу интересам нашей коллективной безопасности. В этой ситуации наши страны должны совместными усилиями принять безотлагательные меры по обеспечению безопасности южных рубежей ОДКБ и минимизации угроз, исходящих с этого направления. Тенденцию к возрастанию также имеют глобальные угрозы терроризма, экстремизма, различных проявлений радикализма и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков. В такой ситуации любое государство, если оно будет полагаться только на собственные возможности, не сможет преодолеть существующие проблемы и добиться всестороннего развития и процветания. Только благодаря общим усилиям и взаимодействию стран, основанным на равноправии, доверии, соблюдении норм международного права и уважения национальных интересов, возможно противостоять существующим вызовам и способствовать совместному устойчивому развитию. В этих условиях дальнейшее развитие эффективного сотрудничества в рамках нашей организации приобретает особую актуальность. На этом фоне вопрос обеспечения региональной безопасности, а также совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ должны оставаться главным составляющим нашей деятельности. Это требует от государств-членов ОДКБ согласованных и коллективных мер по обеспечению безопасности наших стран и региона в целом. С учетом нынешних реалий хотел бы подчеркнуть важность конструктивного взаимодействия и сотрудничества наших стран в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ.
Мы намерены и далее прилагать необходимые усилия для обеспечения поступательного развития всех направлений деятельности ОДКБ. Уважаемые члены Совета, в сегодняшнем нашем заседании мы примем ряд важных документов, направленных на совершенствование механизмов нашей организации. Выражаю надежду, что эти решения послужат укреплению безопасности наших стран. Вместе с тем, Республика Таджикистан выражает свою готовность всячески содействовать реализации приоритетов Республики Беларусь на период ее председательства в ОДКБ в 2023 году. В свою очередь, мы подтверждаем нацеленность Таджикистана и далее наращивать совместную работу по практическому продвижению всего комплекса задач, стоящих перед нами, путем принятия в рамках Парламентской Ассамблеи ОДКБ эффективных мер и решений. Считаю, что наша совместная работа по практическому продвижению нашего сотрудничества станет фактором дальнейшего усиления деятельности ОДКБ. Уверен, что в результате сегодняшнего заседания Совета Парламентской Ассамблеи будут всесторонне способствовать укреплению взаимодействия государств-членов по всем направлениям деятельности организации. Убежден, что и в будущем Ассамблея будет плодотворно осуществлять ответственную миссию по укреплению сотрудничества законодательных органов ОДКБ. Хотел бы поблагодарить всех за конструктивную работу и пожелать крепкого здоровья и новых успехов. Благодарю за внимание. جلسه شورو و جلسه پلیناری 15 اسامبلیه پارلمنتی سازمان اهدنومه امنیت دست جمعی تحت ریاست رئیس اسامبلیه پارلمنتی سازمان اهدنومه امنیت دست جمعی رئیس دومه دولتی مجلس فدرالی فدراسیه روسیه ویچسلاو والودین دویر گردیده در کوری آن روبرونی هیئت های پارلمنتی دولت های اعضا مسئله های مبرم فعالیت سازمان و روزنامه کاری شورای اسامبلیه پارلمنتی سازمان اهدنامه امنیت دست جمعی را مورد بررسی قرار دادند. با نتیجه گیری از کار جلسه شورا و جلسه پلنری 15 اسامبلیه پارلمنتی سازمان اهدنامه امنیت دست جمعی یک قطار سندها قبول کرده شد. از جمله جهت نزدیک شوی و هماهنگسازی قانونگذاری ملی دولت های اعضا یک قطار توصیه های قانونگذاری در بخش های مدافع و امنیت، تامین حفظ روند های الکترالی، اوید به مقاومت به خوف های تقسیمات بی‌نظارت دارایی های ویرتوالی قبول کرده شدند. همچنین در جلسه نقشه کار اسامبلیه پارلمنتی سازمان اهدنامه امنیت دست جمعی در سال 2023 جانبداری گردیده سمت درآمدها و خراجات تأمینات فعالیت سازمان برای سال آینده تصدیق کرده شد.